Всем здравствуйте! Знаменитый телеведущий Андрей Малахов на какое-то время пропал из эфиров. Именно поэтому многих пользователей обеспокоило то, что состояние здоровья телеведущего могло ухудшиться. И вот 27 марта стартует новая передача, ведущим которой станет Андрей Малахов. Это уже третий проект, который ведет знаменитый ведущий. В новом проекте Малахова будут принимать участие обычные, никому неизвестные люди. Новая программа называется «Песни от всей души». Собственно, уже из названия ясно, что в студии будет много музыки. Гостями будут самые простые люди, музыканты-самородки, весьма популярные в народе. Песни и танцы окажутся настолько заводными, что пустится в пляс и сам Андрей Малахов. Впрочем, комментаторы в интернете особое внимание уделили внешности Андрея Малахова. В первом выпуске знаменитый ведущий предстал в своем обычном виде, модный и стильный. На месте и парик шоумена, который в последнее время породил множество слухов о здоровье своего хозяина. Отметим, что ролик, который распространился в публичном пространстве, получил множество комментариев относительно внешности Малахова. Пристально наблюдавшие пользователи заметили, что Андрей Малахов стал носить парик с удлиненной челкой и все более удлиненными локонами. Поклонники также обратили внимание, что телеведущий изрядно набрал в весе, а некоторые публично начали обсуждать образ распухшего Малахова, который перевоплотился в новую бабульку. Отметим, что сам ведущий не считает нужным комментировать слухи о своем здоровье. При этом не так давно он не стал скрывать, что летал за границу в известный медицинский центр. Будем надеяться, что совсем скоро знаменитый ведущий даст комментарии относительно своего нового образа. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!